Дорогие жених и невеста, дорогие гости, мы рады приветствовать вас на официальной церемонии бракосочетания Александра и Моники. Дорогие молодые, любовь — это большое сокровище, дарованное человеку Богом. Ваша жизнь — как песочные часы, два хрупких сосуда, которые связаны невидимой нитью времени. И эта нить связала вас сегодня, связала ваши сердца и ваши судьбы. И вот сегодня ваши сердца заключают союз биться вечно, неразрывно, на протяжении всей последующей жизни. Перед тем, как официально заключить ваш брак, я хотела бы в присутствии всех гостей услышать, является ли ваше желание свободным, искренним и взаимным, с открытым ли сердцем и собственному ли желанию и доброй воле вы заключаете сегодняшний брак. Прошу вас ответить. Александр? Конечно же, да. Ваши аплодисменты, друзья! А сейчас я хочу услышать ответ от прекраснейшей девчонки. Вы согласны? Александр волнуется. Конечно же, да. Браво! Браво! Аплодисменты! Александр, хочу спросить вас в первую очередь. Согласны ли вы хранить и оберегать свою избранницу, несмотря ни на что? Лишь в ее глазах искать ответы на все вопросы. Лишь в ее прикосновениях находить уют и покой. До конца жизни. Великолепный ответ. Моника, вопрос к вам. Обещаете ли вы стать для Александра не только любимой и заботливой женой, но и самым верным другом? Поддерживать его во всех его начинаниях и подарить ему прекраснейших малышей. Пожалуйста, ваш ответ. На всю вечность. Превосходно. Дорогие молодожены, в соответствии с Семейным кодексом Грузии, с 1106 статьей Гражданского кодекса Грузии, ваше взаимное согласие дает мне право зарегистрировать ваш брак официально. Прошу скрепить подписями ваше желание стать супругами. Прошу вас, Моника, подпишитесь. Александр, прошу. Ваши аплодисменты. Поздравляю вас, мои дорогие. С этого момента вы стали официально мужем и женой. Но в знак верности и непрерывности брачного союза, в знак любви и преданности друг другу, прошу вас обменяться обручальными кольцами, которые являются символом единства, верности и вечной любви. Пусть они всегда напоминают вам, что ваша любовь бесконечна. Пожалуйста, обменяйтесь кольцами. Мы же, дорогие друзья, давайте аплодисментами поздравим, пожелаем счастья. Ваши аплодисменты – это и есть пожелание радости, долгой жизни, счастливой супружеской жизни нашим дорогим молодоженам. Браво, браво! Волнующие и незабываемые минуты. Сейчас тут мы уже видим две подписи, но это уже составляется у нас единый документ, который я передам молодоженам. Это будет ваш первый совместный документ. Желаю вам счастья, дорогие. Можете поцеловать невесту.